сохраняются некоторые ограничительные мероприятия и локдауны выходного дня, что указано на слайде. Вместе с тем, на фоне стабилизации ситуации в нашей стране, в ряде стран Европы, Азии, с начала августа наблюдается резкий рост распространения коронавирусной инфекции. Например, рост заболеваемости отмечается в Италии, Австрии, Испании, Германии, Южной Корее и Турции. Следует отметить, что Федеральное управление общественного здравоохранения Швейцарии исключило Казахстан из списка стран, по возвращении из которых необходимо соблюдать карантин. При этом люди, прибывающие в Швейцарию из других стран, помещаются на карантин. Список этих стран обновлен 7 сентября. Это свидетельствует о правильно выбранной тактике борьбы с коронавирусной инфекцией и стабилизации текущей эпидситуации в Казахстане. Арене, санитарлық талаптарды қатаң сақтау керек. Әлемдегі эпидемия тұрақсыздығын ескерсек, вирустың қайтадан көрші мүмкіндігіне дайындық жұмыстарын жалғастырымыз керек. Кейбір шектеу шараларын жалғастырады. Өздеріңіз білесіздер, күзде вирустық аурулар мен тұмаумен ауру жағдайлары артады. Осыған байланысты 15-42-тен бастап халықты тұмауға қарсы вакцина салу басталады. Вакцинация от гриппа с 15 сентября.